На прием в рамках выездной администрации к первому заместителю главы округа Кристине Мадатовой пришли родители учеников школы-интерната «Кадетский корпус». Мамы и папы попросили проконтролировать идущий капитальный ремонт. Замглавы предложила сделать это всем вместе. Нравится, что получается, или пока не нравится? Школу и впрямь не узнать. Ребята признаются, не находят слов, чтобы описать собственные эмоции. Ремонта в школе-интернате ждали очень давно. До этого школа везде протекала. Некомфортно было учиться. Сейчас с новым оборудованием и с ремонтом, наверное, будет лучше. Было просто интересно, что будет, и ждали моменты, когда уже доделают все. Интереснее всего было взглянуть на то, какими станут спортивные и актовые залы. Обновленные помещения гораздо светлее и просторнее тех, что были раньше. Актовый зал красивый. Сцена большая. Все нравится. Все, стены, все. Просто все, лестницы, туалеты, все. Кабинеты, то, что Слитка. В каждом кабинете стоят раковины. Очень круто. В бригаде рабочих 45 человек. Трудятся посменно, без выходных. Капитальный ремонт школы-интерната «Кадетский корпус» начался в феврале. Сдать объект планировали в конце августа, но компания-подрядчик пошла на опережение. Ввести в эксплуатацию здание планируют на 2 недели раньше. Рабочие обновили все от фасада до коммуникаций. Осталась отделка. Каким будет цвет стен в кабинетах и столовой? Как расположат двери и окна? Все это решали вместе с учениками кадетского корпуса и их родителями. Работа проходит качественно, быстрыми темпами. Все наши пожелания, запросы подрядчик учитывает. Мы очень часто с родительским активом посещаем ремонтные работы, смотрим, вместе радуемся. На встрече с заместителем главы округа Кристиной Мадатовой дети высказали пожелания по поводу мебели, а также поинтересовались, привезут ли им компьютеры. Компьютеры тоже будут с собой. Завести оборудование должны со дня на день. Как только это произойдет, Кристина Мадатова предложила детям и их родителям встретиться снова и лично убедиться в том, что все привезли в должном количестве и надлежащем качестве. Люди видят, что мы уже заканчиваем ремонт, соответственно, попросили посмотреть. Вот детки задавали вопросы относительно того, будут ли зеркала в санузлах. То есть людей действительно волнует, и вот как раз-таки, опять-таки, выездная администрация – это тот формат, в котором они могут задать интересующие вопросы. Особое внимание в рамках всего капитального ремонта родители уделяли тому, что был большой недостаток в компьютерах, поэтому мы постарались это предусмотреть в рамках контракта. Выездная администрация – формат, давно себя зарекомендовавший. Такие встречи позволяют не только проговорить вопросы, волнующие жителей, но и решить большинство из них, не откладывая в долгий ящик. В июле приемы граждан провели в Луневском и Кутузовском, на следующей неделе на очереди микрорайон Подрезково. За день работы выездной администрации к специалистам в среднем обращаются более 30 заявителей. Порядка половины заявок удается закрыть в этот же день. Нина Липанова, Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ.